Что произошло и как вы к этому относитесь? А что, это так, большая трагедия. Я пожал руку Павлову до игры в туннеле и после игры в туннеле. Ну и все равно... Что и? Ну это надо вопрос задать инспектору матча или кому там, делегату. Я же откуда знаю. Я должен, чтобы в камеру, именно подозвать камеру. Нет, Ташуев не пожал руку, когда мы играли с «Металлургом» Донецким дома. Я думаю, это просто подняли панику. Ну что, 5000 в копилочку.